Если такие темпы, то 12 месяцев не хватит. Такие темпы, как последние месяцы, да. Например? Ну, не последние, ну, не примерно 100-200 подписей, ну, за день, тогда это слишком темпы, ну, не такой низкий, да, то... Ну, никогда нельзя знать, когда опять. А вот с этими подписями еще есть, мы все следим, там, журналисты и, в общем-то, общество по порталу Latvia.lv, да, и большинство подписывается. Но вот есть же еще вариант подписаться в самоуправлении, у нотариуса, в сиротском суде. Вот эти подписи, которые там, они обобщаются, и на Latvia.lv у нас данные по всем последние, или это только те, кто на Latvia.lv подписались? Это только на Latvia.lv. У нас портал в центре сберкома, где все подписи вместе. У меня статистика вчерашняя. То, конечно, то, что мы видим, что когда, ну, например, надо идти где-то подписаться, то люди не так, ну, совсем не активны, я бы сказала. Где-то сейчас, так, 17-46, где-то 69 подписей было только вчера. Ну, люди пришли именно туда. Да. А в общем, на сегодняшний день какое количество подписей, как собрано электронно и если так, на бумаге? 42 тысячи примерно, и в Latvia.lv это 41 90 23 было на вчера.